Начинаем прохождение кооперативного скилл-теста совместно с Кексиком. Здрасте. Сейчас. Так, вышел. Будем пробовать, так сказать, первые пробы прохождения кооперативного скилл-теста с тобой, да? Да, а что? О, нихера у меня... Ты сейчас видел бы, как у меня эта машина заспаунилась. А боком, боком, да? Да. Ну, у меня тоже такая же фигня. Ну чё, на формулы один. Один, совсем один. А кооперативно на формуле это вообще как? Ты вообще видел так? Блин, не особо. Впервые. Не, если будут... А, вот эти лучше. Как они? Сейчас это, ты берешь, короче, правый чекпоинт, а я беру левый. Правый я беру? Угу. Ты едешь направо, а я налево. Так, подожди. Вот это сначала тинто. Ой, у меня этот, грузовик этот, не помню, как он правильно называется. А, вот этот, у тебя он на этом был, на карте твоей по речке. Угу. Так, давай, мне тут надо будет тебя вести, так что залезай. О, вот это вот, хорошо. Тебе делать не надо ничего. А ты на картинге, да? Да, да. А куда? Заезжай ко мне. Здорово. Так, ну чё, мне придется, наверное, развернуться и задом поехать, чтобы ты не вылетел у меня. Подожди, стой, куда ты? Я упал. Отреспанься. Я упал. Не раздави мне голову. Отреспайся. Не, я тебя давить не буду, наверное, пока что. Наверное. И ты там, когда будешь внутри ехать, зажми пробел, чтобы ручник, да. Не подгазовывать ли? Не, ничего не подгазовывай, просто ручник зажми, чтобы машина у тебя никуда не уезжала. Она все равно катается. Ну, она не так сильно катается. Не знаю. Так, сейчас я задом буду уехать, так что ты вообще никуда не денешься, по сути. Ну, наверное. Так, ну что, пробуем? Давай. О. Она задом хорошо сюда заезжает, блин, прям офигенно. Оп, выворачивай. О, стой, блин. Тихо, не падай. Хотел сказать профессионализм. А как ее выровнять? Право, влево там. Право, влево, блин. Шлифует вроде немножко. Так, это я стараюсь, но она... Это, плохо. Да, ну, блин, я падаю. Тихо, я упал. Заново. Я упал. Я головой воткнулся в этот. Головой это хорошо, как морковка. Головой вниз полетел. А не, я это страусом, да, заделался. Ну да. Ой. Ты немножко не туда. Че это? Я не знаю, что он. Че? Так, давай будем пробовать еще раз. Попытка номер 2. Давай. Номер 2. Так. Дырчик, чисто дырчик. Вынь. Эй, бля. А чё я вы... А ты где? А как ты исчез? А всё! В смысле? Ты был, блин! Иди ты нахер! Ты как исчез? Куптерфильд, блин, недоделанный. Давай, всё, езжай заново. Давай столкнём его в фибу этого. На фибушке ты меня там залез. Я тебе на голову поставил колесо. Тебе голову не жмёт? Не, нормально. Ну, у меня шлем же. А, ну шлем-то да, он защищает от... Он защищает от 4-тонной машины, да, конечно. Да, конечно, все продумано. Главное, шлем одень, и все, и ты в безопасности, блин. Да, безопасность превыше всего. Еще надо ремень на это самое. Ага. Подтягнуться, чтобы на это... Если ремень будет, то это вообще считай, что ты бог. Да. Бессмертный, блин. Тебя еще суккуб ровненько довезет, без падения. Ровненько, блин. Суккуб и ровненько. Ага. Да нормально. Все ты можешь, только ты не хочешь. Да. Вот давай, я хочу. Что ты делаешь? Вот что ты съехал вниз? Я съехал, это она съехала. Ты подъедь вперед чуть-чуть, чтобы не упасть. О, стой там. Сейчас будем выравниваться. Так, блин, она так едет. Я виноват, что ли? Давай махнемся. Поздно. А именно задом надо, да? Да. Может, передом? Сейчас буду пробовать как-то тебя выравнивать. А чё меня? Я нормально. Я тут прижался к этому краю
платформа, не платформа, а как она, ограничение, это мне хорошо лежит. У меня прям кое-как прям на грани. Да, да, да. Так, вроде бы выехал нормально. Да, сейчас, вы, во, во, сейчас во, во, поедем. Во, во, поехал. Вот теперь во. Вот лучше. Так, а вот дальше на эту, опять на такую заехать, вот это будет херово, наверное. Да нормально, сейчас вырубишь. Там вроде толстая. Оп. Так, а не наклоняйся. Тихо. Упала, блин, опять. Не, походу надо будет передом ехать. Будет попроще. А там реально задом? Не, можно и задом, но я думаю, передом будет попроще. Только тебе нужно будет постоянно подгазовывать вперед. Ну, без проблем, давай. Попробуем. Так что давай подъезжай. Так. Надеюсь, тут, кстати, бустеров не будет. Тихо. А ты так падаешь, да? Ну, у меня скатывается он, да. А может на пробеле, не? На пробеле. Ну, пробуй, по-всякому. Скатывается, но не сильно. Не, ты так выйдешь, значит, точно надо задом. Давай задом. Вперед газуй. Куда ты? Не иди, что-то. Вывалился, блин. Ну, ничего, сейчас пройдем. Ну, наверное. Так, готов? Ну, наверное. Ой, я тут аж застрял. Вот и хорошо, что ты там застрял, хоть не вывалишься. Да вывалиться-то, может, не вывалишься. Вот. Главное, чтоб я тут не упал. Ну да. Не уронил, точнее, нас обоих. Балансировка, ну, тоже задом неудобно, она большая, там, наверное, не видно. Угу. Но она еще не особо поворотлива задом. Ну да. О, вот тут сейчас это более-менее выехал. Сейчас будем тихо. Подвыравниваться так. Что ты его это ж мандражировать? Не надо мандражировать. Не надо мандражировать? Да, а мандражировать что-то вперед-назад катается. Не, ну это да. Так, сейчас это будем здесь выравниваться, чтобы прям идеально туда заехать. Так, аккуратненько. Что она делает? Оп, есть. О, давай, осталось, не застрянь там между этих. Оп, все, отлично, прошли, блин. Давай, что? Опять на формуле. А? Так, давай, ты направо, я налево. Значит, я направо постоянно. А потом поменяемся после этого. Фу, я на Белазе, нихера. Так, а ты кто? А я не знаю. Какая-то маленькая машинка. Ну давай проезжай, что там у тебя. Маленькая, она такая. Подожди, у тебя там, наверное. Бодренькая. Скидывай мне, короче, там мячики вниз. А куда надо скинуть? Вот видишь, вот где вниз сюда. Мячики. Дырка, да. Ну, по прямой сюда скидывай. И еще один. Сейчас. Следующий. Тут их три. Все и скидывай. Чтобы уж все были. Все. Правда, тут это нарисовано. А я по ним потом проеду. Ты для меня дорогу делаешь. А как ты по ним проедешь потом? Ты их должен подровнять там, чтобы они ровненькие? Не, они тут как раз все это встанут и все нормально. А я думаю, хотя и двух достаточно будет. Ну ладно, я попробую так проехать. Бля! Все отлично. Выезжай. Жалко. Я тебе хотел эту самую сверху мячиком кинуть, чтобы ты там. Не туда, обратно. Ты должен на меня вот запрыгнуть, объедь там стенку. А как отреспавнился? Сейчас. Я тебя жду, и ты должен ко мне на этот, наверх залететь. Так, подожди, я чуть не понял. А, сюда? Сюда. Где ты там? Я не знаю. Еду. Так, где ты? За забор, назад отъеду. Назад. Ты назад? Назад и за желто-черную плашку туда. А, все, сейчас. Блин, прикольная тачка. С этой стороны, вот, на меня аккуратненько спускайся. Так, где ты? А. Бля, вот тут внизу. Да прямо, едь прямо. Едь. Во. А теперь ручник зажми и стой. Зажал. Только не шатай отсюда. Не, все нормально, едем. О, все,
Все Давай. Отлично. Все, не кипишуй. Все нормально будет. Ну, я думаю. Да, ага. Сейчас подожди, мне придется сейчас опять задом разворачиваться. Так не урони меня. Не-не-не, все нормально будет. Блин, машина прикольная, кстати. Ну и красивая, она у тебя прокачанная, походу. А это ты думаешь? Ну, расцветка такая, как будто прокачана. Может быть, это какая-то типа свой транспорт, я просто не брал свой. Так, подъедь это ровно, чтобы не упасть. Вот, стой там. О, все. Этот элемент пройден. Отличненько. Формула. Ура! Угу. Давай, теперь ты налево, я направо. Ну давай. Ну, так сказать, поменяемся, попробуем что-то. Так, кто я? Я как, это, не Ой, помню. Блядь, я какой-то маленькая большой. Машинка. А ты Дюна? На Дюне? Теперь тебе меня вести. Вниз, походу, спускаться тебе. Просто спрыгнуть? Да, вот видишь рампа внизу? Ну да. И на рампу встань жопой ко мне ближе, подъезжай. Сейчас. Назад. Вот, стой на месте. Стою. Так, я выровнялся и поехали вперед. Блин, подожди, назад. Куда назад? Ты, вроде, ты у меня балансируешь, катаешься туда-сюда. Ой, нихера тебя там забаговало, блин. Выровняйся. Тихо, а то тебя там что-то это задергало прям. Так, сейчас. Блядь, ничего не вижу. Назад просто сдавай. Выровняйся только на рампу ровно. Так выровняйся, вот я ее не вижу сейчас. Ну, высматривай. Там под этой, наверное, под крышей нифига не видно. Удобно, да. Сейчас, подожди. Так, правее надо. Так. И тебе, получается, нужно будет это вместе со мной поехать, а я должен буду это газануть и перепрыгнуть наверх. Так что подожди, рано. На это, по команде. Ой, я застрял. По команде только. Эй, я застрял. Что за хрень? Так, а ты вперед сдай и назад. Ты, блин, а ты чё рубишь-то? Хрень какая-то, блин. Сейчас я приеду. Давай, нормально, это спустись. Короче, вот ты задом туда, когда это съезжаешь, я тебе на крышу заеду. А, зря меня уронил. Ну это надо было. Блять, я сам упал. Ну, пихнуть с куба, конечно, это же святое. Да. Это а, потом, когда я буду на тебе, да. Вот стой, да, вот так. А, потом я скажу и поедем вместе. Давай, раз, два, три. Оп, нет, не запрыгнул. Да, алло. Так, стой там еще. Еще раз. А подожди, выровняйся ровно. Че, да блядь, что? Тебе нужно ровно выровняться, так я спрячусь пока. Так я понимаю, да. Э, куда делся, да, я тебя? Нет у меня тут. Блядь, так, езжай. Куда? Я и говорю, куда? Блин. Куда? Ну-ка сюда. Вон туда, назад. Проехал. Ща. Ну и обязательно. Ну, да не надо, блин. Все, ехай. Тихо. Ой. Короче, выравниваешься, а я тогда не буду по тебе ехать аккуратненько, я буду на скорости. Стой, гад. О, все, четенько. Красиво. А я как? Так, ты по прямой. Ага. А, вот да. Есть такое. Так, все, проехал. Да. Взял. Так, у меня тут чек. Ты так, все, да, едем. Теперь ты опять налево, я опять направо. Так, я налево? Угу. Так, давай. У тебя там какой-то опять грузовик будет. А у меня картинка. Ой, блядь! О, нихера, у тебя грузовик, реально. Получается, давай объезжай эту рампу вокруг и сзади вставай, я на тебе поеду. Давай. Надо, короче, я на тебя спрыгну. Таких этих записывать. Блин, прикольно, слушай, мне нравится. Да вообще, мне тоже нравятся кооперативные. Так, и поехали.
Ты готов? Ну да, еду, еду. Подожди, ты это, на руле аккуратно. Там это, где эти... Кустики. Что за кусты? Кустики проезжай. Так, они, значит, смысле? Закрытые, с той стороны едем. Стой, уверен? Ну, раз это закрыто, значит там проезд, логично. Сейчас оттуда скинуть надо, оттуда, что он тут лежит. Не, меня нельзя. Чё, блин, меня развернуло, я испугался уже, блин, думаю, сейчас улечу нахер. Давай пробуй с этой стороны, потом стой. Нельзя там? Нет. А ты правее, правее сделай. Правее. Правее? Куда правее? А, нет, значит, всё-таки там. Значит, там проезд. Уверен? Мне ну кажется. да. А больше нигде будет. Если нету там проезда, значит, вот, значит, точно тут. Так, сейчас, а теперь справа. Обязательно. А что ты не падаешь, я не понял? Так, я аккуратненько держусь. А, блин, опять слева, значит. Блин, как-то неинтересно. Я просто это, очень аккуратный. Ой, а что я застрял? Немножко отъедь и больше за ворот возьми. А что, блядь, вот, как будто... Больше за ворота возьми, вот и проезжай. Как это, блин, что управляй... понятно. О, отличненько. Аккуратно тут, аккуратно, а то упаду, блин. А не, все нормально. Повезло. Так, теперь давай это... Да, ты я направо? Ты направо? Ну давай, я направо. А подожди, ну да, давай. Направо? Да. А я самолетом буду. Я самолетом ходил. А поздно. Че ты мотоцикл? А че? А, так, ты подожди. Меня, наверное, этим. Мне кажется. А погоди, ты на гидре что-то начал? Ну да. Только у меня что-то она неадекватная. Че, не летит? Так, надо как-то ее остановить. Что делать мне тут? Ну-ка. Вроде вот так вот, да. Что сейчас, подожди, я к тебе прилечу. Хрена ты там секунду. Летишь, блядь. Как там шасси-то? А, вот все открылось. А что там шасси есть, я даже не знал. Я всегда на брюшко садился. Ну, блин, как бы, знаешь, у самолетов есть шасси. Не, у самолетов-то я знаю, но я не знал, что у гидры есть шасси, потому что я на брюшко всегда садился. Ну, это же тоже самолет, правильно? Ну, это такое, что-то это более такое, ну, знаешь. Самолет, в любом военный. Случае. И чего? Ты меня должен шасси так, ударить. А, нет, ты это отреспаунься. Так. И это запрыгни ко мне на меня, короче. А, понял. Ой, там балансировать надо будет, походу, да? Заехал? Нет. Давай еще раз. Сейчас, погоди. Так, подожди, а то я тут это грохнусь, блин. Стоять. Так, куда вверх поднимаешься? Не, просто я отруливаю, а он это, когда в таком полете, он медленно. Вот так вот, давай. Сильно-то не газуй, тут просто тебе скатиться буквально надо. А, я тут думаю, что... Мне кажется, казалось, что типа там расстояние какое-то большое, типа. Не, тебе прям это... Буквально просто упасть. А, чё так, мимо-то? На крыло, так, на крыло сядь. Знаю. Сейчас я подожди, подъеду. Надо, короче... Где тут крыло? Вот смотри прям, видишь, вот он я. Ну, вижу. Вот и заезжай ровно на крыло. О, на центр вставай. Вот так. Вот так? Блять! Да, что? Вот подъезжай вперед. Ты сильно-то не газуй. Встань мордой вперед. Подожди. Блять, как он управлять-то? Ну, так же, как машиной. А что, а он не шлифует, почему? Так, ну стой, вот так вот, зажми пробел. Поехали. Зажми пробел. Давай. Бля, у меня. Сейчас будем потихонечку. Потихонечку, но будем двигаться. Попробуй. Учти, ты на мотоцикле, тебе да. Проще. Да. Прошлый, который кооперативный скилл-тест мы проходили с Ильей, он был на машине на мне. Так что. А ты не проще, чем на мотоцикле. Мотоцикл легче.
Мотоцикл легче, но у машины... Так что будем медленно, но верно продвигаться. Давай, лети уже. Не-не-не, вперед давай. Да, ты чего, блин, упал-то? Может, просто загладить было? Да, я не знаю, я стоял на месте. Так надо... Ты видишь, что у тебя это... Заднее колесо уже падает. Ты... Ну так ты следи постоянно. Вчера ты летишь, блядь, такая огромная махина. Это и как бы, если что, подгазовывай вперед немножко. Охренеть, вот это мощь. Ага. Так, подожди, что-то подлечу. Правее, так. Да. Так, достань, так, остановись. Вот подожди, прыгаешь. Вот стою. Он просто такой инертный. Прыгает что-то. Во, все, сейчас это подъедь ровно. Блин, куда? Да что за хель? Да я не знаю, я пытаюсь выровняться, типа она что-то это. Давай, пробуй. Так, ща. Давай. Главное, быстро не газуй сильно и все. Вот крыло, ну. Давай чё? Я тебе даже приподниму. Вот так вот. Ну, вот я стою. Выровни сейчас... его прямо мордой вперед, как вот. Как только что стоял. Так? О, вот типа такого, да. Но если что, подгазовывай, ну, когда, если будешь это падать. Даже можешь сейчас чуть-чуть вперед проехать. Слегка проедь вперед. Так. Еще чуть-чуть, еще. Вот, и теперь ручник зажми и держи. Зажал. А потом, если будешь немножко назад откатываться, то под руль, ну, подгазовывай вперед. Так вроде не катится. Ну, следи. Бля, у меня только это... Колесо сквозь твою текстуру. А, короче. Это фигня. Главное, летим. Главное, лети, не урони меня. Бля, он откатывается. Так, вперед, подгазуй. Только аккуратно, во. И стой, опять ручник зажми. Достаю. Главное, только не упади. Я тебя прошу. Что там дымит? Неважно, что там дымит. Главное, нам долететь. Такой летит. Летим, блин. Я это... Тут все прям подтыкиваю, не знаю как. Все подтыкиваю. Все подтыкиваю. Чуть-чуть вперед проедь. Смотри, не упади только. Слегка прям. Ой. Ну, вот, стой, все. Все. Нормуль. Что такое? Летим. Еще немножечко осталось. Давай, родная, блин. И тихо. Тут будет финиш. Финиш? А, уже? Да. О, все, поехали. Отличный скилл-тестик оказался. И первый, блин, не комом. Ну да. Не, карта интересненькая, в принципе, попала. Ну да. Всем спасибо. Хорошо. За просмотр, за лайки, дизлайки, подписки, отписки и прочую фигню. Подписываемся на Суккуба и всем всего хорошего. Подписываемся на Кексика. Да на меня-то что подписываться? Я-то это... Я все равно это вырежу, так что это не важно.